Они возвращаются. Народный музыкальный проект «10 песен атомных городов» открывает новый сезон. Творческая команда проекта готова вновь представить всем талантливых жителей городов присутствие госкорпорации «Росатом». Этот проект получился таким проводником, что ли, и каким-то таким открытием для всех всего остального внешнего мира вот этих городов, того, что здесь живут яркие люди, талантливые. Здесь не только серьезные там, научные открытия, не только какие-то большие производственные истории, производство всяких мирных и не очень атомных там, историй. Здесь люди, живые и настоящие. Наши ребята, ну, ничуть не хуже тех, которые выступают в «Голосе» и в других всероссийских конкурсах. Наши ребята талантливые. Наши ребята удивительные. Нам было только нужно найти такого Тимура Ведерникова, которому это все на самом деле интересно, и который готов и с заинтересованностью к каждому человеку подходить и помогать ему найти его голос, его звучание, его место в этом строю. Клипы первого сезона 2017-2018 годов набрали в интернете свыше 10 миллионов просмотров. 10 песен атомных городов увидели не только жители России, но и Украины, Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, США, Турции, Японии, Новой Зеландии и других стран мира. Второй этап проекта обещает стать еще более масштабным. В творческую семью влились новые участники. Съемки проходили уже в 21 городе атомной отрасли. И новые 10 песен атомных городов исполнили более полутысячи талантливых музыкантов. Как и в первом сезоне, среди участников проекта есть зареченцы. Очень талантливые, очень хорошие. Мы нашли новых людей. Мы записали нескольких ребят, которые были в прошлом году. Но наша была основная задача найти новых людей, и мы их нашли. Реально у нас получилось так, что мы записали здесь больше, как будто это было несколько городов одновременно. Съемки в нашем городе состоялись в сентябре этого года. 3 дня творческая группа записывала выступления зареченских талантливых музыкантов. Оркестр «Дмитриев Бенд» в корпоративном проекте участвует уже второй раз. Для коллектива это радость, для этого он и существует, коллектив, чтобы где-то появляться, радовать людей. А проект очень интересен сам по себе, потому что по первому суде уже стало понятно, что мы готовы на второй, на третий, на десятый. Маленькая зареченка София Борзова стала настоящим открытием проекта. Я спела 3 песни. «Казаки», «Марш веселых ребят» и «Горница». И больше всех из этих песен мне нравится «Марш веселых ребят». А чем он тебе так нравится? Там веселая мелодия, там можно даже пританцовывать. Нам очень понравился сам проект, как работает группа профессионалов. Очень нравится, как они общаются, несмотря на то, что группа из Москвы, ведут себя очень естественно, непринужденно, и работать с ними одно удовольствие. Какими будут новые 10 песен атомных городов, мы сможем увидеть совсем скоро. Премьера первого клипа назначена на 3 декабря. Ha ha!